Приветствую вас. Первое, о чем хотел бы сказать, это то, что вы всегда успеете разойтись со своей женой, всегда успеете разрушить свою семью и всегда успеете как-то начать жизнь по отдельности, тем более, что вы находитесь в гражданском браке. То есть вам, находясь в гражданском браке, будет легче развестись, чем, например, если вы находились бы в официальном. То есть формально вы ничего друг другу не должны, формально вы привязаны только алиментами своей супруги, и как бы никакого раздела имущества у вас не будет. Вот. То есть развестись вы успеете всегда. Значит, то, что ваша жена не испытывает потребности в интимной близости, говорит скорее всего о наличии у нее определенных проблем, определенных конфликтов, определенных внутренних противоречий и так далее. То есть самым лучшим и оптимальным вариантом для вас будет предложение ей обратиться к психологу или к сексологу для того, чтобы он посмотрел, что с ней случилось, что с ней произошло. То есть вам не нужно обвинять свою жену в том, что она не хочет с вами вступать в интимные отношения. Вам не нужно обвинять ее и не нужно принуждать ее. Потому что это давление, ну, называется давление. А давление, понятно, что ни к чему хорошему не приведет. То есть вот это вот нужно очень хорошо понимать, что давление никогда ни к чему хорошему не приводит. Значит, необходимо замотивировать вашу жену на то, чтобы она все-таки пошла к психологу и поработала с ним. И для этого, если мы говорим про мотивацию, то для этого необходимо вам сделать следующее. Для этого необходимо, чтобы вы сказали ей прямым текстом о том, что не можете без секса, например, что вам он нужен, что вы в нем нуждаетесь, что он для вас очень важен, и если ваша жена вас любит, если она вами дорожит, если она хочет быть с вами, то, скорее всего, она поймет, поймет масштабы проблемы и собственно говоря, осознав масштабы проблемы, она все-таки захочет поработать. Вот. Если она увидит, что вам действительно плохо. Вот. Это значит
первый момент. А теперь дальше. А, только остается второй момент. Что вы сами можете подумать и сами можете проанализировать, что сподвигло вашу жену на такое вот поведение. То есть какие моменты могут ее, например, раздражать, какие моменты могут ей не нравиться и так далее. То есть нужно вот это также вам для себя понять. Нужно вот это также вам для себя выяснить. Нужно выяснить, что заставило вашу супругу так себя вести. И постараться самостоятельно прийти к пониманию проблемы, ее проблемы, и постараться опять-таки эти проблемы решить для нее. То есть сделать так, чтобы ей было хорошо, сделать так, чтобы ей было приятно и спокойно. Потому что женская сексуальность, она не такая, как у мужчин. И женская сексуальность, она другая. Она другая. И вам необходимо понять, что чтобы женщина не хотела вступить с вами в интимные отношения, нужно, чтобы она находилась в соответствующем, правильном, спокойном, подходящем для себя эмоциональном состоянии. И если этого соответствующего эмоционального состояния у нее нет, то, соответственно, неоткуда взяться и желание вступать с вами в интимную связь. Вот это вам необходимо понимать. Проблемы и возможные причины, по которым она перестала это делать, перестала хотеть быть с вами в интимном плане, можно и нужно разобрать хотя бы с вами. То есть не с ней даже сперва, а хотя бы с вами. Чтобы вы лучше понимали, в какую сторону, в каком направлении именно вам нужно двигаться. И когда и если вы поймете это, вы сможете подкорректировать свое поведение так, чтобы вашей жене было легче. Ну и необходимо все-таки работать у двух людей, то есть и вас, и ее, для того, чтобы восстановить сексуальные отношения. Из наиболее явных, наиболее вероятных причин, по которым ваша жена перестала хотеть быть с вами в интимном плане, это: первое, наличие гражданского брака как фактора, не удовлетворяющий женщину. То есть тот факт, что вы в гражданском браке, вашей жене не нравится и создает для нее какую-то негативную среду. В
Второе, это какие-то обиды, это какие-то, может быть, недоговорки, недопонимания между вами. И, соответственно, затянувшийся негативный момент, элемент в ее линии поведения в контексте этого. Но необходимо подумать, что могло ее обидеть, что могло ее расстроить, чего она могла не понять, и, может быть, поговорить вам с ней об этом. Это также очень важно. Это две причины, которые наиболее вероятны, но, соответственно, есть, конечно, еще, о них тоже можно говорить, но это уже предмет личных консультаций с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.